Вот такой карпищ. Привет, друзья. Хорошая погода. Собираюсь опять съездить за карасиками на платник. Будет видос. Приходите, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем буду рад. Погнали на рыбалку. Всем привет еще раз. Вот мы приехали на пруды. Те, которые платные. Вот у меня две доночки заряжены. Оба на червя. Потому что вот часа два назад, как только приехал, поймал карпика хорошего. Где-то килограммчика на полтора, наверное. Потом, когда садок буду доставать, покажу. А сейчас вот последние два, наверное, даже три часа. Дождик прошел вот только что. И поклевок нет. Вот донки стоят, тишина. Кто-то подойдет, дернет, дернет, и все. Какие-то там карасики мелкие. А карп, конечно, очень здорово клюнул. Жаль, что была камера не включена. Он просто вот эту донку дернул так. То есть она вот на этой вот трезубце на моем повисла просто на одной ручке. И я только успел схватить за ручку. А так бы вот еще б секунда, и все. И уже донка улетела бы в воду. То есть такая поклевка бешеная, туда сразу весь спиннинг улетел. Ну такой на полтораху, да, поборолись мы с ним здорово. Хорошо, мужик был здесь рядом, под саком помог. Вытащили. А сейчас вот пытаемся, вот на удочку здесь тоже пытаюсь ловить. Но пока тишина. Даже мелкие карасики что-то сегодня не хотят клевать. Вот до дождя поклевало, наверное, штучек 6 или 7 я таких маленьких карасиков поймал, и все. А сейчас вот полная тишина. Только что донки перекинул. Пока ждем. Дождь закончился, может быть, погодка наладится. Сейчас 6 вечера. Будем надеяться, что кто-нибудь проклюнется. На это что-то тут дергало. Надо проверить, наверное, пересадить. Наверное, какие-то маленькие карасики там что-то обглодали у меня. Сейчас проверим. Да нет, я бы не сказал, что обглодано. Тогда, значит, просто подкормим немножко. Сегодня на заднем плане, там на заднем фоне шумит моторчик. Это хозяин заполняет еще один пруд водой. У него здесь речка протекает, и вот он с речки воду качает в пруд. Поэтому там вот шум такой идет посторонний. А мы попробуем закинуть доночку. Вот туда, оттуда мы откуда-то карпика вытащили. Как он боролся, как он бился. Он под эти мосточки заволок. Еле выцепил его оттуда. Боец, конечно, карпик хороший. Такой, ну, полторашка там точно есть там. Классный карпик. Будем надеяться, что кто-нибудь еще проклюнется. В прошлый раз здесь карасики поклевывали вот на донке. Оттуда где-то с серединки. Такие большие ладошки, хорошие карасики были. А сегодня пока что-то тишина. Карасики ни одного оттуда не вытащил. Хотя вот, опять же, хозяин прудов при нас запускал карпов сюда. Штук 10, наверное, выкинул. И такие хорошие, и по килограмму были, и по полтора, и по полкило. То есть разнообразных карпиков запустил прямо при нас. Но карпики не хотят. Даже карасики сегодня не хотят клевать, вот просто игнорируют. В прошлый раз у меня здесь в этой углу карасики так хорошо поклевывали мелкие. А сейчас вот тишина полная. С Юрой созванивался тоже на том, на другом пруде или пруду. Тоже карпика какого-то грамм на 400 поймал, говорит, и мелкие карасики несколько штучков. И все, и тоже тишина вот сейчас в последнее время. Так что ждем, ждем вечернего клева. Кто-то у нас здесь понюхал. О, там кто-то есть.
Там кто-то есть и заводит за эту. Ай-яй-яй-яй, нехорошо. А там карпик-то опять. А там опять карпик. И хорошо-то заводит. Поменьше, кажется, но идет бодрее. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо, давит-то. А давит-то как? Опа, опа. Вот это боец. Вот это боец. Есть! Есть вторая карпяра. Ребята, вот такая карпяра. Ну, на килограммчик точно есть. Ой, красавец. Ой, красавец какой. Карпище. Второй за сегодня. Ой, класс. Ой, сердечко заколотилось. Шикарный карпик. Фу, будем отцеплять. Ой, здорово. Адреналинчик капнул. Вот за этим мы и ездим на рыбалочку. Шикарный карп. Ой, красавец. Ой, молодец какой. Потрепал нервишки. Супер. Все, ребята, буду отцеплять. Вот такой карпище. Ах, вот это красавец. Вот это боец. Ах, сейчас в садок его перенесем. Ах, хорошо, эмоций дал. Молодец, карпик. Пока снимал карпика, а у меня здесь кто-то на удочку сам зацепился. Я так понимаю, там уже кто-то висит. Хотя, может, уже отцепился. Только что поплавок прям тонул. А нет, все, отцепился. Опоздал. Видишь, бегал, пока с карпиком занимался. И опоздал. А так он хорошо прям утонул, уплыл куда-то в сторону весь поплавочек. Может, к вечеру карасики хоть расклюются. А то что-то сегодня карасики совсем мелкие. Не радуют, вообще не клюют. Не знаю, видно вам поплавочек? Да я так стану. Так, кажется, виднее. Как вот отойдешь от удочки, все. Клюет так, что он, я говорю, поплавок поплыл прям посреди этого водоема. А пока бежал, все, поклевка кончилась. Подсечь не успел. Ну, карпик хороший такой, на килограммчик второй уже. Первый побольше будет, а этот такой, ну, около килограмма, наверное, хороший карпик. Ай, боец. Класс. Продолжаем ловить. У нас вот с этой стороны солнышко. И такие облака нормальные. А с этой стороны, вот за машиной там, какая-то опять очередная туча лезет. Возможно, прольется. А еще вот у меня на машине стеклышко. Бандиты разбили 2 дня назад. Бензотриммером камешек вылетел и в дым зеленый разлетелось. По ВИН-номеру такое стеклышко стоит 81 тысячу. Новое. Кошмар. Будем ждать поклевок. А вот кто-то у нас и клюет. А вот кто-то и повел. А вот и карасик. Вот. Отличный карасик. Правда, маленький. Ой, как у меня далеко ведерко с карасиками. Карасиков сегодня совсем мало. Вот в ведерке их, наверное, ну штук 5, наверное. Неохотно клюют карасики. Совсем неохотно. Потому что сегодня как-то ветер крутит, вертит. То дождь, то солнце. Непонятная погода. И карасики сегодня тоже капризничают, прям конкретно капризничают. А вот очередная поклевочка. Очередной карасик. Опять не крупный. Так, надо ведерко сюда принести, наверное. Вот такой совсем мелкий карасик. Таких мы будем
отдавать к Сереге или кому-нибудь. Или Юрке. Так, ведерко надо забрать с собой. А то сюда бегать за карасиков далековато. Вот так будет удобнее. Так, карасики, давайте, проклевывайтесь. Вечер уже. Уже 6:30 вечера. Пора уже и проклюнуться. В прошлый раз меня здесь, вот в этой точечке, карасики покрупнее даже клевали. Сейчас совсем мелкие. Надо, наверное, немножко подкормить точечку после дождя. Но туча нехорошая. У нас поклевочка и знатная. Ах, какой мелкий карась. Что-то сегодня одна мелочь клюет. Карпы и мелочь. Таких вот ладошечных нету, как в прошлый раз. Чтоб на жаренку этих вот, ну, совсем жарить. Смешно. Не клюют достойные экземпляры. Такие, чтоб на сковородку положить. Только такие, кошачья радость. Мелкие. И два карпика. Уже хорошо. Вот опять кто-то там принюхивается. О, поклевочка. О, это уже чуть-чуть побольше. Ой, меня подцепило. О, вот таких бы чуть-чуть побольше и вообще хорошо бы. Это уже более крупный, чем предыдущий. Может, к вечеру расклюется карасик. О, у нас поклевочка караси. Ах ты! Карасиная была, вверх поднял. Поплавочек прям положил. Обманул. А я думал, уже карасик небольшененький. Вот уже вечереет, 8 часов вечера. За один день, за полдня, значит, мы до вечера поймали два карпика. И карасиков, наверное, ну, штук 15, не больше, и очень мелкие. Их даже жарить-то стыдно. В этот раз все мелкие попадаются. Но зато два карпика зачетные. Сейчас буду сворачивать снасти, поеду к Юре на другой прудик. Там будем пробовать. На вечернюю зорьку и на утреннюю зорьку. Здесь что-то капризничает совсем карась. Погода сегодня то дождик был, то пасмурно, то солнце. Крутит постоянно сегодня целый день. Клевать отказывается карась. Так что будем надеяться на утренний клев. Скорее всего, друзья, до утра придется ждать нам поклевок. Вот, приехал к Юре. Юра здесь. Ловит, у него тоже карпик маленький есть и маленькие карасики. И он здесь, как всегда, отметился, как и Серега, съехал в воду. Проверял глубину, да. Да, здесь все-таки сыро, грязно. Сейчас будем здесь донышки кидать и пробовать здесь ловить. По крайней мере, сюда хозяин прудов этих тоже сегодня отпускал карпиков достойных. Все, разбираемся. Юра, натяжку держи. У Юры карпик саданул на удочку. Зачетнейший. Я не знаю, куда его уводить. Куда? Вот сюда, на меня. О, давай. Еще. Аккуратнее, не спеши. Не спеши, пускай помучается. Есть, Юра! Ха-ха! На удочку карп! Серега, смотри, какой красавец! Красота! Юра, поздравляю! О, второй, я! Так, держи. Все, отцепляй. Так. Ай, лепота! Красавчик! Такой тоже подкилошничек. Да, если не больше, я думаю. Аккуратненько смотри. К нам прилетел аист. И сел вот там на крышу. Вон он,
красавец сидит, прям на крыше. Класс. Улетел. Всем доброе утро. Уже, в принципе, 6 часов утра. Уже поймал одного карпика на доночке. Вот две донки зарядил. Одного карпика уже поймал. Грамм 600-700, наверное, но камера была выключена. Карасики совсем сегодня плохо клюют. У Юры там тоже было на том пруду. Две или три поклевочки и все, маленьких карасиков. И за ночь там две донки стояли. Червяка обгрызли, но никто не засекся за ночь. А здесь вот опять сейчас такой рывок был сильный. Донка чуть не улетела туда. Ну вот на 600, на 700 грамм где-то карпика вытащил. Будем продолжать. Уже расцвело, уже солнце встало. Погодка шикарная, ветра почти нет. Но вот мелкий карась совсем не веселит. Скучно на берегу сидеть, без поклевочек. Будем надеяться на донки. Сегодня донки вот работают. Вчера два карпика и сегодня уже карпик один есть. Шикарненько. Продолжаем ловить. А вот на поплавок ну совсем не хочет. Какие-то вялые шевеления. Малек играет прямо вот сверху. Особенно при кормке кинешь, вода кипит. Но карасик что-то не хочет отзываться. В прошлый раз здесь в этом углу так поклевывало хорошо. Мелкие, но по крайней мере весело было. И Юра сейчас, я ему по рации кричал. Тоже у него два или три карасика и все. Не клюет карасик, что-то ему не нравится. Кто-то на доночку у нас здесь нюхает. Наверное, какой-нибудь карасик небольшой. Хотя не чувствую. Не, никого нет. Чисто кто-то нюхнул и все. Да, что-то совсем утро. Холодно очень. Не клюет совсем. Ни на удочку, ни на донки. Вон, червяки все живые. Просто катастрофа какая-то. Кажется, у нас поклевочка была. Что-то очень мелкое, карасиковое. Да, наверное, что-то мелкое, карасиковое. Сопротивляется, но очень слабенько. Да, карасик есть какой-то. Небольшой. Какой-то карасик есть. Попробуем выдернуть. И опа! О, это карасище. Это карасище. Нифига себе. А шел так слабенько довольно-таки. Вот это да. Вот это монстр. Вот это машина. Круто. На донку за 4, 6, с 5 часов. Сейчас уже 11. Вот так вот. Сейчас подсадим чуть-чуть. Тревога. Да, абсолютно ложная. Никого. А было подобие поклевки. Не вымылось. У нас, кажется, на поплавочек кто-то хочет клюнуть. По крайней мере, кто-то сейчас притопил. Но не успел я подсечь. Вот, 4. Вот такой весь наш улов. Карпик кило 500. Там карпики на кило 100 и кило. И вот такие карасики.
Карасиков немного. Ну, карасик красивый вот этот, да, ля, какой желтый. Ну да. Такой отлив красивый. На доночку, да, клюнул. Ну, карпик, конечно, красавчик. И не ждать, ты расскажу, как удочку улетела. Да, чуть удочка не улетела. Красавец. Вот такой весь улов. Сегодня вообще плохо клевало. От слова совсем. Всем пока. Всем до свидания.